Всем привет, мои друзья! Эта девочка ворвалась как вихрь во взрослое фигурное катание. Скоростная, прыгучая, стабильная, эмоциональная. Она сразу всем дала понять, что намерена бороться за самые высокие места и побеждать. Сезон 2017-18 был для Алины очень успешным и судьбоносным. Победа на этапах серии Гран-при, победа в финале Гран-при, победа на чемпионате России, победа на чемпионате Европы и, наконец, победа на Олимпийских играх. При чистых прокатах Алины шансов соперничать не было ни у кого. Черный лебедь и Дон Кихот такие разные, но обе с непередаваемой энергетикой в исполнении Алины. Давайте вспомним, как это было 23 февраля 2018 года. Я помню, как у меня, и не только у меня, и у многих, остановилось дыхание на выезде с первого лутца. Но быстро соображающий спортсмен тем и отличается от несоображающего, что может моментально сориентироваться по ходу проката, будь то Олимпийские игры или первенство двора. Моментально, в долю секунды, поняла, что нельзя рисковать, не стала прыгать. Второй прыжок, да еще и зафиксировал выезд с лутца. Браво! Думающий спортсмен всегда имеет преимущество перед другими. И это помогает в том числе и правильно рассчитать силы и в случае необходимости изменить по ходу программы расстановку элементов. Далеко не всем дано. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем я желаю хорошего дня. До свидания.